Прям вообще. Она хороший, чуть не подавила жвачкой, ребят. Хороший повод посмеяться. Ну а что тут такого, господи, блин. А если бы я вдавалась и умерла, тут захлебывалась, стояла сейчас перед тобой. То я бы выбил бы у тебя жвачку. Я тебя начал бы бить по спине просто со всей. Нет. Ну что тут такого, господи. Она кошка такая стоит. Я так прям задыхалась. Ха-ха-ха, да. Я же скажу, это прям хороший повод посмеяться. Да я шучу, кот. Я ж, ну, я юморю часто, так ты же понимаешь. Я ж не всерьез вообще. Воспринимай, ну, меня как юмориста. Я ж не против. Ты знаешь, какой я человек. Пожалуйста. С душевной тонкой. Такой это, вот. Это по-другому называется. А ну, назови. А ну. Не хочу. Давай. Давай, кот. Жень, не хочу. Ребята, она записывается на какую-то ламинацию волос, сказала. Це називається полировка, я тобі 10 разів сказала, яка полировка. Ламінація. Полировка, в общем, у неї називається якась, вона буде полірувати собі волосся. Потім вона ще хоче собі наушники купити AirPods. Які ти мені не можеш уже другий тиждень знайти, я тебе прошу. Ну, найду тебе. Ну все, пытается наушники. Выпрашивала у меня все время, купи, но я говорю, нет, к сожалению, я не смогу сейчас этого сделать. Да, выпрашиваю. Она обиделась на меня, ну. Да, выпрашиваю, только это и делаю, выпрашиваю. Не, ну ты же просила у меня, купи мне наушники. Ну был разговор. А мне тоже надо рассказать, что ты у меня просишь. А, ну скажи, что я у тебя прошу. Конечно, надо говорить все, что у нас происходит. Для этого есть видеоблог. Если я начну рассказывать про все, что у нас происходит. А ну давай. Ну давай поговорим. Тема для обсуждения классная. Не хочу. Ну давай. Не давай хочу. Поговорим. Не ну хочу. Кот. Ну пожалуйста. Нет. Ади кли. А. Ну пожалуйста. Ну давай поговорим. Не хочу. Ну, кот. А я же выпрашиваю молоко. Не, ну не говорю, что ты все выпрашиваешь. Просто просила у меня наушники купить. Тебе надо только для контента. Я тебе надо, чтобы чморить меня и чтобы зарабатывать на меня. Да ну что ж я заработаю на тебе? Мы же ничего не зарабатываем, ты же сама это знаешь вообще. Да, живем за мой. Ну, живем за то, что у меня есть. Я точно сдавала за точки, куда я расплачиваю за мать, как в детстве. Ребят, в общем, она думает, что... О, мне что-то пришло за свет. Она думает, что она мне нужна только для контента, представляете? Нет, и все. Больше... Да я тебя не чмырю, я постоянно, ну, я снимаю видео. Я всегда снимаю видео, я такой, какой я есть. Ну, в тебе ну, нема повода мене похвалить, в тебе є повод тільки почмирить мене, пошутить надо мной, поиздеваться надо мной. Ну, я юморю всегда, я так и с Наташей, и с Леркой юморили мы всегда. Знаешь, меня все знают, какой я прикалываюсь. Я не замечала якось, дивилася ваші видео, щось я не замечала. Да я всегда юморю, я всегда гоню, ты понимаешь? Хорошо, я тебе поздравляю с цим, мені все щось надо тебе сказати? Ні. Ну і все. А что ты обижаешься? Ну, главное, если я просто начну сейчас так юморить, так ты будешь делать глаза вот, так, вот такие и сказать, Ника, почему ты так со мной разговариваешь? Ты меня что, не уважаешь? Вот так ты будешь сказать. И вот тебе так юморить со мной можно, а мне с тобой так юморить нельзя, я просто не пойму. Ну, всему свое время. Почему так? Это шутка. Что ты? Ну почему? Ты же со мной шутишь, я же нормально на шутки реагирую. Нормально. Что тут такого? Мне кажется, что я тебя не уважаю, почему я так с тобой общаюсь. Не, ну смотря тобой... когда ты, как ты же грубо общаешься. Ну, а ты же без ты... юмора, без улыбки. А может, это у меня такой юмор? Ты ну нельзя ты... грубо общаться, как, ну так, как это? Так, это юмор, ты что, не понимаешь? Это я шучу, это не всерьез. Надо же, когда ты говоришь с улыбкой, в прикол гонишь, прикалываешься, вот это есть юмор. А когда ты на полном серьезе кричишь... Я кричу. Ну да, бывает же. Кричу. Ну что ты там доказываешь, там стоишь, там мутур, на такой, на серьезных время... эмоциях, на таких ты прям вообще. Я за все время не человек, я кричу. А никогда ты умеешь вообще ты это делать? Не человек, я кричу. Да ладно, я ты видел какая-то. Ты сейчас дуже сильно ошибаешься, никогда ты же не человек, я кричу. Мол крика, что ты не чув, поверь. И не дай бог, я не хочу его и слышать. Ну так мне надо сказать, что я кричу, потому что. А тебе нравится сирень? Путаешься в показаниях. Слышишь? В показаниях. Тебе нравится сирень? Да, может, это нарвать. Если спрашиваю, я спрашиваю, это не обязательно то, что я сейчас могу пойти и сорвать, понимаешь? Ну, бачишь, какие то неромантичные, другие мужчины там, не знаю, ну, с неба звезды достают своим женщинам. Я не понимаю просто, если... Форы звертаюсь, правильно. А ты мои сраные. Почему ты тогда искала такого, как я? Зачем я тебе нужен? А ты поначалу был именно таким. Да? Да, перед глазами, как цыган пускала. Ну, ничего себе.
Видите, как все получилось. А теперь я не романтичный. А теперь я не оправдал твоих надежд, да? Ты уже романтичная. Сейчас ты скатишься, я уже беременна. Зачем ты уже для меня стараться? Вот так вот. Я уже туалеты мою, посуду мою. Цветы я більше не заслужую. Ага. Я їх заслужувала, коли ти мене добивався, а сейчас уже все. Ага. Сейчас уже. Сейчас я уже все. Ага. Все, я к тебе уже плохо отношусь, да? Сейчас ти мені купляєш лимонад і кажеш, що це мені на тиждень. Не забудь все вирізати. Нет, я не буду нічого вирізати. Это видео должно. Люди должны смотреть нашу жизнь, как оно у нас происходит. Если я буду показывать только. Раньше цветы, игрушки покупав мені. Если я буду показывать только хорошие моменты в жизни, ну, это складывается впечатление, все, людей всегда все хорошо и лучше всех. И проблем не бывает. Не бывает такого. Бывают всегда какие-то да и бывают какие-то нет, ребята. Есть какие-то недопонимания. А снимать, как ты говоришь, не надо то снимать, не надо это снимать. Я тебе не кажу, не надо снимать. Меня просто поражает, что постоянно ты меня, ну, нехорошо выставляешь, не в хорошем свете. Ты всегда в самом нормальном свете выставляешь. Да, поверь. Ну а как ты хочешь выставлять? Меня все ненавидят. Да ладно, так, блин, как, кто, тебе что-то пишет в твою сторону? Тебя даже не знают, кто ты, тебя в лицо не видели люди. Не знают, где твои социальные страницы вообще. Ну кто что? Тебя ненавидит? Ненавидит? Кто тебя ненавидит? Кто тебе что говорит плохого? Мне пишут за тебя в комментарии очень хорошие комменты. Очень. Ни один человек еще тебя чем-то не оскорбил или не назвал. Они тебе пишут, потому что они пишут тебе лично. Им невыгодно тебе лично писать про меня что-то плохое. Ну так они тебя поддерживают. Поверь, они тебя любят, и они тебя очень сильно поддерживают, потому что это нормальные люди. Это как моя семья, они давно уже со мной. А-а-а. Да. Да что ты говоришь? Если бы я тебе что-то плохо писали, я бы тебе по-любому бы это сказал бы, что Ника там где-то. Да ты знаешь меня. И мне нельзя нервничать. Булочка. Боишься меня с ней обнимать? Я тебя? Да. Боюсь. Не дай бог узнаю, что я твоя девушка. А что тут такого? Я что, от кого-то скрываю или что? Конечно, скрываешь. Ты даже скрываешь то, что я беременна специально. Кажешь мне, чтобы я надевала вещи, чтобы было не видно. Да? Живит мне, да? Ничего себе, впервые слышу такой. Когда я надела комбинезон, ты сказал, блин, Ника, зачем ты его надела? Видно же живот. Ой-ой-ой. Ребята, вы слышите, как она прям... Ужас. Она стесняюсь, говорит, что я ее... Она и моей беременности. Я скрываю ее от всех в городе. И когда мы в городе с тобой едем, ты даже за ручку не хочешь меня брать. Кажешь, что не надо, Ника. Ну потому что я за ручку, блин, не хожу. Блин. А, ты дядька мне... под 40 лет будет ходить за ручку. А ты забыл вообще-то, когда ты проводил меня на маршрутку, как ты шел за мной за руку и сказал, что только с тобой я за руку иду, и мне это нравится. Да, а это сейчас... правда было такое, но я не отрицаю. Было-было, да прошло, да? Было-было-было, да, но прошло. Что я могу тебе сказать? Mm-hmm. Казав, что только со мной тебе нравится за ручку ходить. А тут уже рассказываешь. Да, это правда, я не отрицаю. Так ты же только что сказал, что ты за ручку не ходишь. Ну раз было, то ходил. Mm-hmm. Я же не... Ребят, наш парк. Это наш парк. Сейчас проведу вас по парку. Прикольный парк. Это, по-моему, даже польские эти делали. Как вот эти вот статуи, которые стоят. Поляки, по-моему, делали. Это все при нашем мэре было. У нас был в этот мэр Вадим Решетняк. И благодаря ему он сделал за свои денежки. Сделал вот этот вот прекрасный парк для наших город горожан смелян. I don't know. Sorry. Блогеры. Вот такой. Мы блогеры. Тебе нравится наш парк? Конечно. Смотри, какой красивый. Здесь очень классно. Но есть такие мудилы, которые берут и вырывают вот эти вот в статуи. Представляешь, бывает даже. Покатай меня на машинку. О! У Ники влезла попка. Статуи собаки. Это просто собаки или это к чему? Не, это статуя собак. Там реально собачки. Ну это в честь какой-то собаки или это просто? Нет, просто собачки. Классно? А я сделаю полировку и запайку. И у меня будут шикарные волосы. Я приеду прям как богиня Клеопатра. Да? Да. Лёлика катаю.
Ой, как тебе нравится. Ой, как. Ой. Красивый? Да. Дед, качайся, если тошнит, не катайся. Все, меня укачало. Укачивай, да? Да. Зачем? Ты еще, блин, в положении, конечно, блин, будет укачивать. Все, точнее, надо слазить. Так, смотри, еще, блин, сейчас рвать будет. Аккуратно, аккуратно. Я бы тоже хотела спуститься. Сюда? Слушай, у тебя классный айфон снимает, пипец. Но мне нельзя спускаться. Мне нравится. Друзья, едем с Никой к фонтану, мы уже в машине, потому что ей тяжело. Она реально уже находилась и говорит, сильно далеко она уже ходить не может. Ей проще я где-то так люблю ходить. На лавочке где-то посидеть. Я люблю ходить, но не могу, потому что начинают очень быстро болеть ножки. Очень? Очень быстро. Свежим воздухом подышала, ну, и да, все. Ну да, мне мама тоже так говорит, что твой вариант на лавочке вот так вышла, да, где-то возле, да, дома, да, села, да, на, да, лавочку, подышала. Солнышке погрелось, я думаю, не могу, не позволяет мне состояние здоровья. Не знаю, как вообще буду ехать домой. Да как, тебя везти надо на машине. Если будет жарко, то это будет плохо. Вот да нет, вот, наверное, погода, тебя надо на машине сейчас везти. Ты так сейчас уже с таким животом фиг поедешь. Блин. Да я бы с животом поехала, мне просто плохо делается. Вот здесь где-то стать? Да. На. Подписано лад. А как это нету трубочек? Нету трубочек. А разве латы пьют с трубочкой? Конечно. Ты серьезно? Да. Сейчас я скажу, чтобы Виталя. Виталя стоит в очереди. Она хочет трубочку. Она просила трубочку. Ты заберешь ее, да? Трубочки. А я пошутил, я же не думал, что это будет. Ну, брахунец. А если я чай взял и ветер себе что-то взял? Вкус. Андрюха. Братан. Как у тебя здоровье? Привет. Все нормально? Привет. 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 Все нормально. Чаюй. Пришли по чаю. Это вообще моя машина. А вот тут? Да. Вот это мои две. Да ладно. Да? Да? Это что, 40-мушка? Хуже, блин. Так. О, Шунина. Опа, этот отъехал сразу. Ты что это? Ты что, по-моему, домой? О, блядь, в аптеку. А, точно. Тебе в аптеку? Ника, ты, может, ты выходи, я машину оставлю, или ты со мной хочешь идти? Не, я не хочу бананы. Может, потом подтормаюсь, если что. Да, я доедусь. И цветочек мой подай. На, ключи тебе, и на тебе цветочек. Вы английский учите? Мы пытаемся быть американцем. Американцем. Начнем с акцента. Мы будем американец. Я открыл тебе. Окей. Пока, подруга. Ой, ой. Я не тебе, друг, я другого. Аккуратненько будь. Будь аккуратненько. Молодец, какая красотка. Так. Пока, пока. Пока, пошла мой пузатик. Сейчас. Пузатик мой с попкой. Пузатик мой, думаю, он пузатик пошел. Идет довольная, пипец. Открывай. Та открывай мне. Так ты б еще громче поговорила, на весь центр разговариваешь. Знаешь, как слышно? А не надо было слухать, надо было уши закрывать. Давай открывай. Все. Я тогда выбиваю дверь. Раз, два. Та открывай давай. Комплименты. Брехливая. Ладно. Хорошая, красивая, настоящая, любимая, преданная. Все. Скажи поляныца. Поляныца. Ага. Пузатик, блин, рассказывала на меня всякой фигни, блин. Я как не рассказывала, я сказала то, что я, ага, сказала, я все чувствую.
Пипец. Я ему кажу, то о полировке волос, блин. А он мне, угу. А он мне, ага. Ну, то я ж правду сказала, я це і тобі можу сказати. Я ж не кажу те, що я не можу сказати. Ти знаєш, як воно туди чуть? Ти просто не... Я просто... Я йшов, потім стою, думаю, що це воно кричить, блин? Я тут поставив там все під окном і стояли слухи. Ти довго слухав? Ні, минуту, наверное. Ну, хорошо. А що, переживаєш? Щось там наговорила? Та ні, я ж тобі кажу... А що спрашуєш, довго ли слушаю? Але я ж спеціально спрашую. Пипец, блин. Ребята, вона дзвонить, і мамі на мене жалується, короче. Какой я, що я не даю їй денег? Ну, другі жалуються подружка, моя мамі. Це ж лучше, чем так, а что ты жалуешься, что я тебе не даю денег? Не, я не жалуюсь, я жалуюсь, что ты кажешь, что я много в тебе прошу. Я про ну, типа говорю. Такого. Я не сказала, что ты мне не даешь денег. Я сказала, что ты такая чувствуешь... Так, не оправдывайся. Я вижу, я тебя поймал просто на горячем. Нет. Ты аж чувствуешь себя неудобно. Нет, я ага. Неудобно себя чувствую. Я говорю ей такое, что-то ей сказал в окно. Ника такая в окно выглядит, видит меня, аж побледнела. На тренировку. Не побледнела я. Ого, пузо. Здоровое. Реально. Животик, а не пузо. Ну, животик. Тут вообще-то твой сыночек сидит. Почти килограммовый. Угу. Ребят, видите, Ника, короче, этот, мажет пузико. И не только пузико. Каким кремом ты можешь? Для морщин, да, типа, или что? Или для каких? Для растяжек, да? Для тела. А зачем ты это делаешь? Чтобы типа, растяжек не было? Да, чтобы растяжек не было. И ты думаешь, это помогает? Ну, я думаю, да. Посмотрим, помогает или нет. Лучше ж уже хоть что-то делать, чем ничего. Животик же растет, я худенькая. Растяжечки будут. А я мажу. Каким кремом мажешь? Почему именно выбрала именно вот этот вот крем? А у нас в городе в Еве был... Короче, то, что было, то и взяла. Ну, немного вариантов. Там надо именно для тела. А для тела было только 3 крема. Этот был самый пахучий, я этот и взяла. Mm-hmm. Он пахнет цветочком. Те были какие-то нейтральные. Ну, такое пузико не маленькое, я тебе скажу. Большое. Ну... Я думал, будет меньше. Да ладно, это же у меня... А еще... прикинь, там двойня будет? Или не может что-то такое быть? Жень, больше, да? Уже все, УЗИ сделали. Двойня, давай. Представляешь, двойня? У меня, офигеешь. У меня в роду не было такого. А прикинь, рожать, говорят, давай еще. Еще один. Там второй запрятался где-то, игрался, загулялся, заблудился. Представляешь? Да. Да ну что он большой? Он небольшой. Нет? Так это только 27-я неделя. Так еще 13 недель нормально. Еще он вырастет, я тут буду ходить как слон. У Наташи тоже большой был. Да? Угу. А ты ожидаешь, какой живот? Тут же ж ребенок сидит. Ну, есть меньше, есть не видно, понимаешь, животики. А такие есть у каждого по-разному. Ну, не знаю. Ну, ты не набираешь вес, это как-то, поняла? Я не набираю, странно. Потому что я не поправляюсь. У меня хорошая генетика, у меня все худые. Mm. Они все мама. Я маму худая. Я не поправляюсь, мне будет хорошо. Я уверена, что после того, как я рожу, я ну, не поправлюсь. У меня мама говорила, что когда она родила, она наоборот похудела. Худее стала после родов.